К событиям на Украине. В Киеве готовится продавать хлеб по карточкам. Причиной стали действия спекулянтов. Они выкупают дешевые буханки в киевских киосках с социальным хлебом. После этого их с накруткой продают в ресторанах и магазинах Киевской области. Там цена вырастает сразу как минимум в 2 раза. А пенсионерам и нуждающимся в украинской столице уже не хватает хлеба. Нескольких черных оптовиков уже выследили, но законных мер против них практически нет.